Всем привет! Меня зовут Мадина, и сегодня я хочу вам рассказать про свой уход за волосами, как я за ними ухаживаю, что я для этого делаю, какие продукты использую. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной и поехали! В первую очередь, это, конечно же, шампуни. Это вот мой уход. Шампунь и кондиционер на основе алоэ и жожоба. Они уже у меня закончились, и у меня уже есть на подходе новые баночки. Здесь нету парабенов, сульфатов. Идеальный pH-баланс. Я просто обожаю запах. Сейчас в нашем времени, я сразу говорю, что это мой естественный цвет волос. Я до этого увлекалась окрашиванием, тонированием, но сейчас я полностью отрастила свой натуральный цвет, мне он нравится, и перешла на натуральный уход. Флакончик очень экономный, хватает надолго, мне на 5-6 месяцев. Здесь он клеен, открываем, и вот такая консистенция. Прозрачная. Как настоящее алоэ-желе. И кондиционер. Тоже идеально pH-баланс. Также открывается. Примерно такой же объем. И вот такой белой консистенции. Очень приятный аромат. Я его оставляю как масочку. Наношу на волосы. И смываю водичкой. Теперь про сам процесс, что я люблю использовать до и после. Неделю 1-2 раза я люблю желе наносить как маску, я втираю прямо его в корни. Это помогает росту волос, укреплению волос, блеску, даже бывает я на всю длину наношу его, как масочку держу 30-40 минут. Он очень легко смывается, он не маслянистый, он такой желеобразный. Очень крутая штука, у него очень широкое применение. Затем Aloe First я люблю прям после душа вот так попшикать, нанести и на тело, и на волосы, потому что он отлично кондиционирует волосы, он предотвращает выпадение волос, электролизацию, он такой вот термозащиту еще дает. Еще после, кто вот использует химическое развитие, химическую завивку, что еще там, окрашивание, милирование, тонирование, он защищает волос, саму структуру волоса, я прям обожаю его, он тоже широко применимый, я вот начала пользоваться сразу экопродукцией, и у меня просто суперские результаты. Я аж слов не хватает. Ближе и собрала волосы, чтобы показать вам результат. После применения чего у меня вот такие вот начали челки расти с двух сторон. Смотрите, какой эффект. Супер. Вот это вот дает и рост волос. Вот, видите, новые волосики. Что я для этого делаю? Продолжим. Из продуктов именно с моего интернет-магазина я бы хотела отметить, конечно же, наш сок. И вот такие вот три баночки. Про каждое сейчас я подробно расскажу. Сначала давайте про сок. У него вот сертификаты халал, кошер, не тестируется на животных. Это сок алоэ 90% и плюс клюква яблоко. Что он делает? Он помогает именно восстанавливать женскую энергию, как я говорю. Я не буду сейчас углубляться в составы, в применение и так далее. Про это все вы можете прочитать у меня в интернет-магазине. Сейчас я расскажу, что он будет делать. Он вашу кожу оживит, он придаст такое сияние, он будет чистить ваш организм, он будет ногтям и волосам, и коже, всему-всему придавать такой красивый внешний вид. Вы будете себя чувствовать просто великолепно. Следующее, то, что я пила усиленно, это натурмин, это натуральные минералы. Вся таблица Менделеева, можно сказать. Если у вас лоятся ногти, часто выпадают волосы, седые волосы, это у вас идет нехватка минералов именно. Он мне помог как раз-таки избавиться от выпадения волос после рождения, примерно на 5-6 месяц после рождения, я еще кормила, у меня сильное выпадение волос началось. Так, оказывается, нормально, но чтобы это все помочь организму, чтобы это все прекратить, я начала пить усиленно и увидела такой вот эффект. Так, следующий это абета-кератин, это вообще тоже такая формула уникальная здесь, витамины А, Е, и многие мы знаем, что даже, я помню, когда в студенчестве я еще жила на квартире, я тогда брала витамины Е с аптеки, прокалывала иголкой, наносила на волосы. Я сама люблю такие уходы, такие лайфхаки всякие интересные. И как раз-таки этот витамин Е в составе есть у этого прекрасного продукта. Витамин А, Е и каротиноиды. Они супер помогают на восстановление волос, ногтей и кожи. Так, и следующий это Daily. Тоже у меня были многие девчонки мне прямо говорили спасибо, Мадин, за такую классную штуку. Это Daily, это витаминно-минеральный комплекс. Здесь есть все.
все. Если вы хотите просто для профилактики попить для себя, как бы побаловать себя с такими витаминками, вы можете попробовать дейли. Обязательно, конечно же, с соком алоэ, потому что он дает просто крутой результат, и сразу же вы увидите, что это все, эти все баночки вы не пьете зря. В нем есть два патента. Компания наша потратила 2-7 лет, чтобы выпустить такой уникальный витамин. Я сама тоже увидела результаты именно по волосам. Эти три продукта, которые мне помогли именно по волосам. Вот такой у меня был набор продуктов по уходу за волосами. Надеюсь, вам было интересно. В конце давайте я поделюсь своими секретами, которыми я пользуюсь уже на протяжении многих лет. Мою я голову шампунем почему-то 2 раза. Я прям люблю такой эффект после душа, то, что прям скрипят волосы, да, корни. Я мою и делаю такой легкий массаж, чтобы кровообращение хорошее было. Я мою 2 раза шампунькой нашим, и кондиционер я не наношу на корни, наносим только на длину волос, потому что зачем нам же, нет, кондиционер, он насыщенный, поэтому после того, как мы сильно почистили наши корни, наши сальные железы, мы не наносим кондиционер, мы наносим только кондиционер на всю длину волос. После этого, когда мы уже выходим из душа, мы не сильно трем волосы, мы просто вот так вот проводим полотенцем, чтобы не травмировать тоже волосы, и обязательно каким-то средством закрепляем. У меня это First. Используйте постоянно термозащиту, если вы используете фен, утюжок и так далее, но я тоже редко пользуюсь феном, я лучше стараюсь пожмякать вот так полотенцем, чтобы мои волосы естественным путем сами высохли. Это тоже хорошо сохраняет сам волос.